Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал «Футбол – это жизнь», и мы начинаем новую карьеру на моем канале – карьеру за Интер. Перед началом этого видеоролика хотел бы вам напомнить о том, что у меня есть второй канал – игровой канал РНТ. Ссылочка на него есть в описании под этим видео, поэтому переходите, подписывайтесь, кому интересны игровые прохождения и летсплей на Ютубе. Буду рад вас всех там увидеть. Ну что же, Интер основан в 1908 году, название «Интернационале Милано» клуб получил из-за желания владельца принимать в команду не только итальянцев, но и иностранцев. Становился чемпионом 18 раз и 7 раз выигрывал Кубок страны. В 2010 году Интер выиграл сразу 3 трофея и стал первой командой в Италии, которой это удалось. В том году клуб стал обладателем трофея Лиги чемпионов, уверенно обыграв в мадридском финале Баварию. Ну что же, трансферный бюджет у нас 99 миллионов, цена клуба 983 миллиона, форма на ваших экранах, лицензионный стадион Сан-Сиро. Ну и давайте пробежимся по ожиданию руководства. Домашний успех очень высокий, но это понятно, мы действующие чемпионы Италии. Поэтому кубок и чемпионат мы обязаны брать. Международный успех высокий, но не очень, наверное, все-таки до полуфинала на нас руководство от нас ожидает это. Популярность марки, понятно, что очень высокая. Финансы очень низкие, вообще для нас замечательно. И развитие молодежи на двоечку. Поэтому, ну я не знаю. У нас на этой неделе уже выходили две карьеры. Начало это карьера за ПСЖ и карьера за Дортмундскую Боруссию. В карьере за ПСЖ мы покупаем абсолютно всех мировых звезд в нашу команду, вот, в Боруссии Дортмунд ищем перспективных игроков. Здесь, наверное, мы будем только действовать на усиление основы, вот, именно по поиску футболистов. Так, ну сложность, мировой класс, как я понял, что это замечательная сложность для меня, на легенде трудно, мы это поняли по выпуску карьеры за ПСЖ. Ну и посмотрим, где мы вообще участвуем. Мы в группе D, Интер, Реал, Шахтер, ну и нету здесь, Шерифа, да, вспомнил Шерифа, вот, нету, но в любом случае, мне кажется, группа проходимая, если пободаться с мадридским Реалом, то можем и с первого места выйти из группы. Так, все здесь включено, включено свободно, финансы отключили, ну что же, мы готовы блистать. Итак, первая наша пресс-конференция в новом клубе, снова похожий такой фейс попробовал сделать на свой похожий, ну и именно вид, более-менее на такой вот итальянский стиль. Итак, будем, наверное, участвовать вот в European International Cup. Больше всего тут и платят Интер, Лейпциг, Реал Сосьедад, Тоттенхэм, Уэст Хэм, Лестер, Боруссия Дортмунд и Боруссия Мёнхенгладбах. Так, а что они пишут, где будет находиться этот турнир? Хотя, в принципе, ну, понимаю, что и в Англии возможно. Хотя и в Германии, потому что мы видим 3 представителя из Англии, 3 из Германии. Ну, давайте в любом случае принимаем. Так, ну что же, давайте сразу начнем расписание на неделю. Вот, я это делаю абсолютно в каждой карьере. Перед матчем у нас тренировка, после матча у нас идет день отдыха. Все, вот такой режим мы и подтверждаем. Все, сразу мы это сделали, идем дальше. Так, Лейпциг, Реал Сосьедад и Тоттенхэм в нашей группе. Отчет молодежной академии, ну давайте посмотрим. Так, ну и абсолютно везде, у кого ниже потенциал 90, мы сразу разрываем с ними контракт. Вот, например, Лоренцо Тейшера, правый защитник, его мы оставляем. У него 91 потенциал. И оставим еще вон одного футболиста. Это Мейсон Хейл, англичанин, нападающий, скорее всего, прям у нас хороший будет. Но с рейтингом пока что 54, зато потенциал 94. Вот как так. Так, наше видение, ну это мы все смотрели, давайте задачи быстренько пробежимся. Подписать 2 игрока из вашей молодежной академии на следующую позицию защитник. Так, ну понятно. Подпишите не менее 3 игроков моложе 20 лет с потенциалом выше, чем средний общий рейтинг игроков, играющих в данный момент на этой позиции. За 2 сезона заиграйте хотя бы 2 подписанных в первом сезоне игроков молодежной академии. Не менее 30 игр со следующего сезона. Ну, трудновато здесь. Очень много задач по молодежи. Так, подпишите игроков из страны, отличающихся от страны клуба. Так, из страны, то есть не итальянца. Понял. Дайте до финала, кстати, задача стоит в Лиге Чемпионов. Ну, а здесь все выиграть, это понятно. И вот за один сезон подпишите ключевых игроков в количестве 2 и получите прибыль в размере 50 миллионов. Ну, это на самом деле легко. Если подписать какую-то звезду, там доход от них и будет, там за футболки, все такое. Так, ну у нас схема, кстати, интересная. 3-1-4-2.
Вот, ну, я запомнил схему. Так, давайте сразу посмотрим. Челха на углу. Так, Брозович как опорник. Вот это два центральных полузащитника. Все, я понял. Там ЛП или ЛФА все-таки надо бы глянуть. Так, здесь написано ЛП, здесь ПП. Значит, ЛП и ПП. Все, понял нашу схему приблизительно. Ну что же, вратари. Поехали. Здесь у нас Ханданович и Раду, скорее всего, будет. Так, вот этого мы сразу продаем. Или я не знаю, нет, вот этого, наверное, Кардаза. 72 рейтинг, ну и 38 лет. А вот Бразау я бы в аренду добавил. Левых защитников у нас в принципе нету. Вот так вот. Но, ну вот, Каларова вообще... А, кстати, можно, да, продать, я надеюсь? Хоть он и завершает карьеру. Вот. Димарко я бы попробовал в план развития. Раз у нас нету левого защитника, но у нас есть позиция левого полузащитника. Почему бы и нет? То есть все равно на левом фланге, вот. Не в защиту же нам его добавлять, хотя он мог. Вот. Так, вот он, левый полузащитник пропустили. За 25 недель он будет на этой позиции у нас заигран. По центральным у нас три центральных защитника, значит, для двух схем нам надо 6 защитников, ну и так седьмого на всякий случай. Давайте посмотрим. Шкринер, Деврай, Деамбросио, ну и все. Остальные это получается Раноча, Бастони и, не знаю, вот этого надо нам, скорее всего, из аренды вызволять. Вот просто даже сколько у нас в клубе? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь. То есть один пусть в аренде и играет. Хотя их и обоих бы я бы забрал. Вот. Ну вот этого давайте сразу заберем. Вот тот пусть пока что играет. Если что, мы его в любой момент, если кто-то там травму получит, сможем забрать. Так, правых защитников у нас, кстати, тоже нет, но есть Думфрис. Думфрис. Я вот не знаю. Ну вот Дармян-то понятно, он... Давайте его сразу на ПП переставим. Вот. Потому что он вроде как и играет у нас сейчас в команде именно там. Вот правый полузащитник. Ну, 247 недель, очень много, конечно. Насчет Дамфриса, я, кстати, не знаю. Ну, мы его уже только подписали. Я бы его попробовал развить на центральном защитнике. Вот раз он в принципе только на правом играет, фланге защиты. А если вот сделать его центральным, вот вообще за 2 недели замечательно. Тогда этого парнишку мы бы в аренду, вот, Ван Хеусдена, в аренду бы и отдали. Так, по опорникам у нас Брозович и Гагляардини. Все, здесь решили. Слева получается Перишич и пока что, ну, посмотрим. Видаль, Сенси, Висино и Барелла. Так, угу. Так, а Висино сколько? 29. Эриксону тоже 29. Сенси 25. Видаль вот прям возрастной. Так. Так. 4. Нам надо футболиста на центрального полузащитника. У нас 1, 2, 3, 4, 5. Чолхан углу туда же идет. На развиваться на центрального полузащитника. Хотя нет. Может быть, Чолхан углу мы поставим. Вот раз у него, смотрите, у него есть вот ЛП. Может быть, мы его и сразу на ЛП, потому что там у нас только Перешич. Поэтому давайте Чолхан углу у нас пойдет развиваться на позицию левого полузащитника, именно переход на эту позицию у него пойдет. Так, ну, многовато, конечно, 117 недель, но как-то так пока что. Главное потом не забыть, кого и куда я расставил, поэтому 2, 4, 5, 5. То есть одного надо нам в аренду сдавать. Ну, самого низкорейтингового этого получается Висину я дам в аренду. Вот хоть ему там и 29, и Видаль, скорее всего, не будет с нами там дальше-то продлевать контракты. Вот, смотрите, сколько у нас игроков-то есть на правый фланг, но они все в аренду. Есть, конечно, ну вот, еще не забываем про Дармиана, который будет учиться, ему 31 год, который будет учиться, но я бы Лазаро забрал. Валентино Лазаро, интересный игрок. Вот, кстати, Санчеса. Что Санчес? Он у нас, наверное, нападающий, мы его сейчас сделаем. Посмотрим пока что. Ну вот Лазаро я бы забрал. Так. Вот, ну и там, получается, Дармиан тоже переучивается. Все. Так, что? И там у нас получается по схеме два нападающих, правильно? Да. Мартинес и Джек у нас пока что там. Так, что у нас здесь? Каре в аренде.
Причем из Лацио у нас. Так, Санчес. Санчес, Санчес, Санчес. Что у нас вообще по нападающим? Джека, Мартинес, Каррея и Санчес. Это если так смотреть. Ну, я не знаю, вот этих бы я парней бы сразу на продажу выпустил. Или в аренду все-таки. Давайте поставим молодежь все-таки. Не будем так их прям сразу продавать. Пусть они еще в аренду сходят, наберутся опыта в любом случае. Так, Джека Мартинес, вот, Санчесу и Каррея я бы поменял сейчас именно план развития, позицию. Вот. На именно прямо центрального форварда. То есть не на ЦФДшника, а чисто вот. Ну 200, вы посмотрите сколько, 200 почти недель. Очень много. Вот, ну и Каррея тоже. Я не знаю, у него уже, мне кажется, аренда завершится, когда докачается. Ну посмотрим, может быть у него побыстрее там как-то пойдет. Кто же знает. Так, ну да, у него 41 неделя всего лишь. Поэтому, ну все, вроде как решили по нашим игрокам. И теперь переходим к выбору игроков. Так, ну, вратарь это понятно, Ханданович и Раду мы решили у нас на этот сезон. Дальше, 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 дальше. Все, вот Бастони, Деврай и Шкринер. Так, вот все правильно. Хотя, я не знаю, левая нога, да, лучше здесь, чтобы сразу там перевод на левый фланг. Здесь, понятно, пока что Перешич. А кого я там еще говорил, что будем заигрывать? Чолханоглу. Где он у нас? А, он у нас в составе. Он. Поэтому, может, его сразу на ЛП поставить. 82-й все-таки. Вот, идем дальше. Эриксен и Барелла. У нас два основных центральных полузащитника. Ну, справа будет Дармиан. Так, ну как-то они здесь неровно причем стоят. ПП. Ну вот так. ЛП, все. Ну и Мартинес и Джека. Тоже как-то неровно. ЛФД, Джека, ПФД, все. Так, идем дальше. Тактика будет сбалансированная. Амплуа, ну понятно, что Ханданович капитан. Штрафной слева. Право ноги отлично. Штрафной справа тоже, я так понимаю, дальний штрафной. Сила 80 удара, у нас есть Эриксен, у нас есть и Джека, у него и точность слабовата. Давайте Эриксен на дальний штрафной поставим, пенальти. 74, маловато как-то мне кажется. 78 у Чолханоглу, он и будет бить у нас пенальти. Левый угловой правая нога, правый угловой левоногий должен. У нас есть хоть кто-нибудь там левоногий в команде? Да, вот, ну, Бастони так Бастони. Какой у него рост там вообще в принципе? У нашего Бастони. Так, а где рост-то теперь? Вот, здесь, наверное. 190. Ну, в принципе, этот парень должен, наоборот, в штрафной стоять. Поэтому пусть тоже Брозович подает. Вот. Поехали. Теперь расставляем задачи и перейдем ко второму составу. Так, ну что же, первый состав мы собрали. Теперь переходим ко второму. И уже от второго мы будем отталкиваться, какие позиции нам нужно улучшать. Так, ну все, по второму составу мы всех выставили. Теперь также по амплуа пройдемся. Я не знаю, кого здесь капитаном-то даже делать. Пусть Видаль. Так, штрафные точно 75. Там Санчес неплохо, что-то еще. Ну вот, Перешич я увидел. Подкрутка 75 у Сенси. Завершение. Ну, все, значит, Перешич будет у нас на штрафных. Пенальти 81 у Видаля. У Перешича тоже там неплохо было, но нет, все, значит. Так, будет левый угловой подавать Видаль, а правый Перешич. Все, вот здесь мы тоже решили. Так, ну и теперь, глядя на второй состав, мы смотрим, какая у нас позиция больше всего проседает. Это центральный защитник, мы видим, и вратарь. Поэтому переходим во вкладку трансферы, убираем всех отсюда игроков, которых нам уже понаходили. Вот. И надо нам найти центрального защитника усиления основы. Так, задачи вот здесь я поубираю. Так, и что у нас по скаутам? Здесь, кстати, как и везде, два скаута пятизвездочных и три из них четырехзвездочных. Я, естественно, этих скаутов сразу
увольняю, у которых 4 звезды. Вот. Поэтому будем работать с вот этими 5-звездочными. На нашем уровне также идет, нам надо купить, пожалуй, еще одного скаута, найти 5-звездочного какого-нибудь. Вот, замечательно, Сальваторе Рассетти. Вот, потратим немножечко бюджет, ничего страшного. Мы будем работать, естественно, по поиску игроков в Италии. Италия это третий чемпионат по рейтингу на данный момент. На четвертом месте идет Бундеслига. На пятом, понятно, что там португальская вроде лига, но мы будем из французской брать. Поэтому одного, вот, например, хорвата мы отправляем в Германию. Пусть он там ищет нам игроков. А Сальваторе Рассетти мы отправляем во Францию. Все, теперь по задачам. Во-первых, это центральный защитник. Так, сейчас вот усиление основы на наш уровень примерный. Посмотрим. Так, ну и все, пока что центрального защитника будем мы искать. Скаут в пути, игрок вернулся, Лазаро из аренды и Зиньо Ван Хеузден тоже вернулся к нам из аренды. Так, ну в принципе все, мы все сделали, все посмотрели. Ну и насчет, да, тренировок. С кем мы там начнем первый матч? Реал Сосьедад, ну, я не знаю, там, наверное, я бы и вторым составом смог бы против них сыграть, поэтому будем пока что готовить к этой игре второй состав. Все, ну и не будем мы здесь рассчитывать, как я во всех карьерах делаю, будем сначала лично проходить. Вот, а те, которые уже задания мы пройдем там на А, мы их уже будем рассчитывать. Ну что же, только одну тренировку из трех нам получилось сделать на А, но остальные будем дорабатывать в следующий раз. Так, у нас 4 сообщения от игроков. Каларов, я рад, что вы решили продать меня, мне тут не очень нравилось. Ну вот, сразу нашли игрока, от которого мог гнить состав изнутри. Поэтому вот так, про аренды, Весина тоже в аренду, замечательно, Видаль. Здравствуйте, тренер, от лица команды хочу поприветствовать вас в клубе Интер. Приятно познакомиться, Артур, все, давай, встретимся на тренировке. Так, ну и очередная тренировка, перед уже последняя игра, тренировка последняя, так. Лацо хотят забрать у нас центрального защитника, вот этого Ван Хеуздена. А его, кстати, я-то и готов был, наверное, бы отдать, потому что я его только забрал из аренды, но понял, что Дюмфрис у меня неплохо может заиграть на этой позиции центрального защитника. Поэтому давайте попробуем вот этого Зиньо Ван Хеуздена. Он был в Дженуа, а теперь в Лацио может перейти. Ну, давайте начнем переговоры. И не на 2 года, а на 1 попробуем его отдать в аренду. Так, предложить аренду на 1 сезон. Да, все, они вроде как согласились. Супер. Насчет заработной платы. Давайте 60 на 40. Все, они согласны, супер. Так что Зиньо Ван Хеузден может перейти в Лацио. Так, и у нас абсолютно все новые тренировки. Ну, это понятно, так на начале и будет. Поэтому снова переходим к ним. Так, ну здесь 2 тренировки сделали на А, третью на Б, так что будем стараться. Так, а у нас предложение по трансферу. Торино хотят купить у нас Хандановича. Пока что словенца нашего мы продавать не собираемся, так что подождем с этим трансфером. Так, ну у нас дебютная игра в предсезонном турнире. Все, состав на ваших экранах. Да, мы, кстати, не сделали, надо сразу это сделать. Скамейку запасных как у первого, так и у второго состава. Ну что же, все, состав мы полностью подготовили, изменили скамейку запасных. Вторым составом мы выходим, на Энфилде играем, значит, все-таки в Англии проходит этот турнир. Переменная облачность, Интер, Реал Сосьедад, поехали. Итак, замечательный стадион в городе Ливерпуле, мы на Энфилде, Интер против Реал Сосьедада. Ну что же, тоже интересно посмотреть, как наш состав дебютирует, тем более и мы дебютируем сегодня как главный тренер, правда в неофициальном матче, но все же интересно. И вот неплохая распасовка Видаль на Санчеса. Санчес на Видале, и вы посмотрите, что творит вот эта вот чилийская связка. На 10-й минуте наш капитан второго состава Артура Видаль забивает с голевой передачи от Алексиса Санчеса. И 1-0. Интер выходит вперед. Аккуратненько. Вот здесь, конечно, опасно было, что Видаль очень долго добегал до этого мяча, до этой передачи. Я уже думал, там сейчас голкипер спасет, но нет. 1-0. Интер выходит вперед.
которого покупали как правого, конечно, защитника, но по схеме, в схеме, точнее, Интера такой позиции не нашлось. Поэтому и вот такой гол забивает, кстати, Фомин. Этот парень уже везде, и в нашей карьере за Дортмундскую Боруссию, и в Реал Соседаде. Но вот так вот. Вот этого свободного агента постоянно везде перебрасывают. И вот Санчес. Нет, и забивает все-таки Анхель. О, не Анхель. Анхель Каррея за Атлетико Мадрид. Хоакин Каррея, вроде Хоакин его зовут. Ну супер. 2-1, снова Интер выходит вперед, снова Санчес поучаствовал в этой атаке. Еще раз смотрим. Хороший удар, и вот здесь, да, добивание. Ну, неплохо. Да, все-таки Хоакин правильно прочитал его имя, вспомнил. Так, Порту с мячом, а вы посмотрите, там подключение игроков Реал Соседада. И Ойар Забаль сравнивает счет на 88-й минуте. Как сейчас провалилась наша оборона, вы просто посмотрите. Просто шли и смотрели футбол. Ну, как-то вот обидно. Снова Реал Соседад сравнивает. Ну, так что будем стараться сейчас за последние минуты вырваться вперед. Ну, этот уже все, мне кажется, в какой-то недолет. И пенальти. И пенальти на последних минутах. Да там уже секунда. Просто последний момент сейчас. Дюмфрис все-таки зарабатывает. Ну, у нас, я так понимаю, лучший пенальтист Артура Видаль сейчас. Да, 81. Капитан команды. Смотрим. Давайте правую девяточку с подкрутки попробуем дать. Отлично! Артур Видаль забивает решающий гол в ворота Реал Соседада. Действительно, в последней атаке там уже назначили второй угловой. И там замечательно Дюмфрис в руку, наверное, от головы сопернику попал. Ну и Видаль хладнокровно в самую девятку забивает. Ну тут, кстати, с этого повтора не в самую же девятку. Но все равно уверенно забил. И Интер вырывает все-таки эту победу. Третий раз уже они вышли вперед по ходу этого матча. Ну и замечательно, дубль от Артура Видаля. И минимальная победа Интера на старте предсезонного турнира. Ну замечательно. Мы сейчас посмотрим заодно на XG, раз появилась такая функция, почему бы и нет. Действительно ли мы наиграли на победу? Сейчас посмотрим. Ну, действительно, счет-то должен был 6-3, как я вижу. Вот, но получился минимальным, значит, снова не реализовали какие-то свои моменты. Так, ну у нас тренировка. Еще и сообщение Сатриано. У нас, наверное, там какой-нибудь нападающий, да. Калери его хотят забрать, вот, но с возможностью купить, именно вот с выкупом. Поэтому давайте начнем переговоры. Если мы сейчас договоримся, что без права выкупа, то без проблем. Так, без права выкупа, все. Ну, естественно, Калери не устраивает это, поэтому как-то так. Ждем другое предложение, значит, которое будет удовлетворять запросу двух команд. Ну, сейчас у нас, да, тренировка. Посмотрим, с кем предстоит нам сыграть. Играем против Тоттенхэма. Да, сильная команда, поэтому и первым составом будем готовиться к этой игре. Надеюсь, все получится. Так, ну и снова все три новые тренировки. Ну что же, мы закончили три тренировки. Выполнили их все на А. Вообще замечательно. Так, нам пишут, не забывайте использовать запасных. И Ван Хеузден все-таки сдан в аренду в Лацио. Ну, поздравляем, замечательная сделка. Я считаю, все-таки мы забрали его из Дженуа, отдали в Лацио. То есть, мне кажется, получше ему команду даже подыскали. Так, ну и все, выходим первым составом, который на ваших экранах. На второй тур. Кстати, не посмотрели, как Тоттенхэм сыграл. А они проиграли Лейпцигу. Сейчас посмотрим. Там счетом хотя бы минимально всего лишь. Ну, посмотрим сейчас. Может быть, они тоже к нам готовились и выпустили второй состав против Лейпцига. Ну, здесь, да, у них и Сон, и Кейн, и Моу в нападении. Так что будет трудно. Поехали. Итак, мы снова на Энфилде. Здесь мы обыграли Реал Соседад минимально. Вот. Ну и посмотрим, как выйдет у нас матч против Тоттенхэма серьезной команды. Так что... пожелайте нам удачи.
Челхан углу. И удары — это 1-0. Эдин Джеко на 27-й или там 26-й минуте, там прям на границе был этот гол, но замечательно. Главное, что забили, а вышли первыми. Очень хороший гол, аккуратненький прострел и мощный выстрел. Там даже не прострел, а просто пас, наверное, был. Но главное, что мощно. Главное, что забили. Эриксон начал Хануглу. И Лаутаро делает счет 2-0. 70-я минута, ну, похожий даже чем-то гол на первый. Также прострельчик, аккуратненький пас в центр. Ну и здесь уже Лаутаро в ближний угол забивает. Челханоглу отдает голевую передачу. Ну все вроде замечательно, 2-0. Уверенно переигрываем Тоттенхэм, который, ну, в принципе-то и в нападении был основой своей. И полузащиту потом просто по ходу матча укреплял. Поэтому я не знаю, почему у них не вышло так. Вроде клуб-то сильный, но конкуренции пока что нет. Аккуратненько выбивает. Лукас. Ой, пас пяткой, и какой гол к Харри Кейну. 2-1 уменьшает Тоттенхэм преимущество Интера. Шикарная голевая передача Лукаса Моуры. Но все-таки распечатали наши ворота знатно. Минимальная снова победа у Интера на предсезонном турнире. Мы точно, скорее всего, уже выходим в плей-офф. Еще не факт, что с первого места, но главное, что выходим. Сейчас посмотрим коэффициент XG. Так, ну Тоттенхэм на 3 мяча наиграл, а мы на целых 6. Поэтому снова говорю же, нет у нас какой-то прям топовой реализации. Так, ну к нам пришло предложение по Бразау, по его аренде. Вот, от Бормута, но с правом выкупа. Давайте попробуем договориться. Может быть, получится. Чтобы без права выкупа. Нет, ну Бормут не согласен. Так, и у нас, кстати, прошла там уже даже больше недели. Вот уже 8 число. Давайте посмотрим, кого нам там скауты нашли. Так, ну вот, интересные, конечно, игроки. Тот же Тапсоба, Зюли, Аканджи. Так, ну это нам все из Бундеслиги нашли. Так, пришло сообщение. Работа со сборными. Ну и у нас сейчас тренировка. Я, пожалуй, отправлю на тренировку второй состав, чтобы у меня первый хотя бы отдохнул. Так, здесь, да, поменять. И поэтому сначала, ну вот, проведем первую с вами тренировку. Пропустим вторую из-за того, что мы ее выполнили. И будем выполнять потом третью. Так, выполнили мы эти две тренировки, выполнили все на А, замечательно. Так, и у нас предложение по Марселу Брозовичу. Манчестер Юнайтед хочет его купить, мы отклоняем это предложение. Так, у нас очередная тренировка, ну и все так же, я не знаю, тут еще первый состав у меня не сильно-то отдохнул, поэтому пусть все так же тренируется второй. Так, отправляемся на тренировку, здесь мы в принципе ничего не играли. Не тренировались по вот этим именно тренировкам, поэтому начинаем. Ну что же, закончили мы тренировки. Две выполнили на А, ну и последнюю на С. Так, у нас здесь отчет уже по Алессио Романьоли. Вот. Но мы пока что все так и оставим. Дождемся, когда по всем игрокам пройдутся. Там их не так уж и много. Кстати, вот про Кимпембе нашли, Денайра. Но это французов не было, французской именно лиги. А так, пока что есть, конечно, интересные варианты. Так что будем. А в принципе, уже-то и можно выбирать. Давайте посмотрим. Нет, нельзя еще в Бундеслигу. Мы как бы отправили, но еще информация по этим игрокам не пришла. Ну и у нас сейчас игра Интер-Лейпциг. Матч за первое место в группе. Поэтому посмотрим. Так, ну и будем играть первым составом. Там, конечно, Чолхан-Углу устал, но я сейчас выпущу вместо него уж тогда Перешича. И дело с концом. Так, руководство командой. Ну и все. Могу, в принципе, хотя нет, они там сильно-то не отдохнувшие, поэтому пусть Лаутаро с Джеко пока что играет. Если что, там потом выпущу либо Санчеса, либо Карео. Итак, нас приветствует Энфилд, очередной матч на этом стадионе, для нас он уже третий, Интер против Лейпцига,
матч за первое место в группе. Поехали. Брозович, которого уже приметили себе английские скауты. Манчестер Юнайтед хотел его подписать. Кампель, какой удар и какой гол. 8-я минута. Кевин Кампель аккуратненько так перебрасывает. Ну, там и не перебросом, был хорошим таким ударом нашего вратаря. И все, мы уже пропустили на первой минуте. Сейчас вот мы участвуем в английском, конечно, турнире предсезонном, но как-то так. И заброс на Джеко. И отлично забил Перешич, как раз которого я выпустил. На противоходе поймал голкипера. Голкипер бежал, так сказать, закрывать ближний угол, но Перешич решил пробить в дальний. Ну и хороший такой гол получился. Дармиан перебросил мяч, получил Джека. Ну и здесь вот Джек аккуратненько на Перешича отдал передачу. Ну классно, а? Все, и здесь уже Гулачи этот мяч не достал. 1-1. Джеко на Эриксона. И вот она, передача на Перешича. И дубль. Дубль Перешича. 64-я минута. Этого парня вообще, в принципе, не хотел сегодня выпускать. Хотел Чалханоглу, но тот был уставший. А вот Перешич решает игру. Забивает дубль. И благодаря его дублю мы пока что достигаем волевого счета для нас. Вообще не точно сейчас был. Вот от Гулачи. Эриксен на Джеко. Ну и пробить уже просто, да. Эриксен просто подхватил уже этот мяч в этой суматохе, но пробил. Отлично. Я уже думал, Эриксен сегодня не забьет, но нет. Свой момент он все-таки воспользовался своим этим моментом. Смотрим еще раз здесь, да, потери мяча. Как какой-то вот прям действительно отскок и мощно. Всю душу вложил в этот удар Кристиан Эриксен. И Интер забивает уже третий мяч подряд в сегодняшнем матче. Хоть и пропустили первыми. Так, подача интересная. Бастони. Дармиан. Джека на Лаутару, ну и все, они вдвоем побежали в эту атаку. Лаутару перебрасывает оборону Лейпцига, и Джека все-таки забивает. Эдин Джека делает счет 4-1, 84-я минута. Ну вот хотя бы так, хотя бы так. У Джека были шикарные моменты в сегодняшнем матче, чтобы забить, но забивает он за 5 минут до конца. И все, финальный свисток. Интер одержал разгромную победу над Лейпцигом, хоть и пропустил в начале матча, все равно собрались с мыслями, с силами. И вот за оставшиеся 82 минуты разгромили Лейпциг. Так, ну, 4 гола, очень много, конечно, мы забили. А насколько наиграли? Ну, примерно так-то и наиграли, вот на 5 мячей. Лейпциг, например, на 2, но забил только 1. Так, ну и призовой фонд турнира. 2 миллиона нам добавили. И в полуфинале мы будем играть, кстати, против Дортмундской Боруссии, за которую карьеру, за эту команду мы тоже проводим, между прочим. Так, ну снова, значит, а я не знаю уже, наверное, против Дортмунда, ну, выйдет у меня второй состав. Поэтому пусть тренируется первый, если что, готовится к финалу. Так, ну у нас, в принципе, все задания-то хорошие выполнены. Ну, только вот кроме этого, поэтому его заново и перейдем. Так, ну что же. Перевыполнили мы это задание, сделали его на замечательно, ну и остальные тоже два задания перевыполняем. Так, у нас окончательные отчеты, вот по Клостерману как раз, который выступает за Лейпциг, Аканджи, Тапсоба, в Италии всех, я так понимаю, нашли, и вот Деврая хотят купить в Аталанту. Ага, ну они вот предлагают Руслана Малиновского нам отдать, но... Мы, я думаю, правда, почему за 5800 Аталанта, ну, вроде деньги-то у них есть, они еще вот Малиновского решили. Ну нет, мы отклоняем. Нам самим нужен центральный защитник, а тут они нам предлагают его нам продать еще же. Но нет. Так, ну смотрим. Есть Тапсоба, есть Аканджи, Кимпембе 83-й, есть Гинтер. Ну... Я, правда, не знаю. Я бы, конечно, бы и Гинтера сейчас постарался бы приобрести. У него самый высокий рейтинг из всех этих ребят. Ну вот, не знаю. Давайте Гинтера попробуем. Почему бы и нет. Интересный футболист.
попробуем договориться. Тем более, вот что я заметил, в прошлой карьере мы именно, ну, я снимал и выложил Дортмундскую Боруссию, там мы ни одного трансфера не провели, то есть мы продавали и отдавали в аренду, но никого не купили. Вот надо хотя бы в Интере это исправить, потому что время есть. Так, 42,5 миллиона, давайте за 40 попробуем договориться, почему бы и нет. А, все замечательно, сразу Боруссия за 40 миллионов согласна была его продать. Вот, ну и начинаем мы переговоры с Гинтером. Зовут его Матиас. Так, ключевой игрок. Ну, по факту он действительно будет у нас ключевой. Так, на сколько? Давайте на 3 года. До 30, а там уже и продадим его. Так, все без отступных, замечательно. Что по зарплате? Так, я им предлагаю. Ну, это не знаю, ну, сейчас у него 45, но он точно попросит больше, намного больше. Я не знаю, сколько. 120 ему предложить, он скажет, мало сейчас, да? А, нет, все ровно, за 120 на 3 года, наверное, много предложил. Но, как-то так. Так, все, значит, всех мы убираем отсюда, центральных защитников. Ставим теперь вместо Бастони. Вместо Бастони мы ставим Гинтера. Ну, кстати, по рейтингу-то неплохой. Что по, ну вот по возрасту 27, Шкринеру 26, Деврайю 29. Ну то есть у нас такие, да, немножко возрастные защитники, но все-таки опытные. Так, и Раноча, ему 33. Так, где у нас Бастони? Вот. И тогда получается мы Раночу продаем, потому что он как бы возрастной игрок, кто старше 30, мы сразу того продаем. Нашли мы замену, вообще замечательно все, Раноча, до свидания. Вот. Так, ну и дальше, как я и говорил, проблемная наша позиция следующая, это вратарь. Нам нужен обязательно второй вратарь, хороший, но вот не Раду уж точно. Так, поэтому здесь мы сразу изменить задачу, ставим только вратаря и все. Пусть нам ищут второго вратаря, может быть и первого, там как пойдет, деньги-то вроде у нас еще есть. Сколько вот осталось-то у нас там в офисе? Ну, за 56 миллионов, мне кажется, можно хорошего вратаря еще и подписать. Но у нас последний матч на сегодня, это игра в полуфинале против Дортмундской Боруссии. Мы будем играть вторым составом. Вот состав на ваших экранах, примерно вы его знаете, я не знаю. Ну, Перешич снова, наверное, выйдет сегодня, вот на финал, тогда Чалханоглу. Ну все, играем, кстати, на Олд Траффорде, впервые на другом стадионе. Интер против Боруссии, поехали. Итак, Олд Траффорд, Интер против Дортмундской Боруссии. Ну вот как-то для меня это, конечно, странновато. Вчера только записывал карьеру за Дортмунд, теперь уже играю против них в полуфинале предсезонного турнира. Но вот так вот сложилась судьба. Лазара улетает. И гол все-таки есть, Сенси даже забил уже. 38-я минута, 1-0, Интер выходит вперед в полуфинале предсезонного турнира. Видаль. Алексис Санчес, смотрите, что творится. Хоакин Каре забивает перед самым перерывом. Увеличивает преимущество Интера, еще и пришел к болельщикам Дортмундской Боруссии отпраздновать этот гол. Немножечко наглёшь пошел, конечно, но может себе позволить. Гол действительно классным получился. Санчес классно сассистировал. Ну и все. В притирку со штангой Кореа забивает. Видаль шикарно отыграл в отборе. Сенси. На Лазару его посмотрите. Побежал парень. Лазаро. И подача какая. И гол какой. И Кореа забивает второй гол с подачи. Все. 3-0. Интер разносит Дортмунд в полуфинале. Время, конечно, есть, но вряд ли у Дортмунда получится что-то из себя показать. Ну а Каре замечательно проводит предсезонный турнир в аренде в другом итальянском клубе. Надо, кстати, посмотреть, могу ли я, в принципе, потом, после окончания аренды, выкупить его. Я не знаю, там с правом выкупа, не с правом было, но посмотрим. Каре шикарным игроком для нас, то почему бы нет? Мы свяжемся с Лацо и без проблем бы подписали его. Тем более парень адаптируется, мне кажется, за сезон. А второй уже будет полноценный за нас играть. Еще одна подача и Коре! Что забил Коре? Какой гол пяткой? Это его хэт-трик. 60-я минута матча.
Корре забил все три гола с подачи. Ну, это прям как будто FIFA 14 здесь у нас. Но какой забил гол Хоакин Корре. Смотрим еще раз. Сенси убегал. Отлично дал передачу. Посмотрите, пяткой забивает ворота Дортмундской Боруссии. Хитц не потащил, конечно, этот удар. На самом деле удар-то и не сильно тяжелым был, трудным для вратаря. Но исполнение от Хоакина — это просто шедевр. Эрлин Холланд или Ройс? Нет, все-таки Ройс. Все-таки Марко Ройс забивает. Уменьшает наше разгромное преимущество. Вряд ли уже что-то они успеют сделать за 20 минут. Но я все равно заменю Бастони, потому что он все-таки отыграл уже более-менее почти там 2 матча по 90 минут. Поэтому выпущу Шкринера. И шикарно какая Видаль. Что забил еще и Видаль? Вы посмотрите, на каком хладнокровии Артура Видаль забивает пятый мяч ворота Дортмунда. Пятый мяч именно от Интера. Так-то Видаль вроде третий гол его на турнире. 2 забил ворота Реал Сосьедада. И вот один сейчас ворота Дортмунда. Просто аккуратненько перекинул на нужной высоте. 5-1. Моментально после пропущенного мяча от Марка Ройса Видаль просто в следующей же атаке забивает чудо-гол. Разгромная победа Интера 5-1 над Дортмундом в полуфинале. Хэт-трик Хоакина Корре. Ну и замечательно. 3 подачи, 3 гола Корре. Шикарный просто игрок. Что у нас по XG? Мне кажется, там мы все 10 должны были забивать. Нет, 8 по XG. Ну и всего, кстати, на 2 мяча тогда Дортмунд наиграл. Ровно на 2 мяча. Но вот почему-то забили только один. Боруссия Мёнхенгладбах, кстати, будет играть в финале. Оттуда мы забрали Гинтера. Поэтому будет интересно посмотреть, как Гинтер сыграет против своей бывшей команды. Так, нам приходит сообщение. Дамфрис. Возможность смены позиции. Замечательно, Дамфрис уже прокачался. Давайте зайдем. Быстро он. Еще даже предсезонный турнир не закончился, а он уже стал вот у нас центральным защитником. Так, призовый фонд 3 миллиона 700 тысяч нам добавили за выход в финал. Так, предложение по Барелли. За 76 миллионов его готовы купить Ливерпуль. Но нет. Нам этот игрок сам нужен. Так, ну и что по тренировкам? Пусть первый состав тренируется. Им играть сейчас через 2 дня буквально. Так, да, поменять игроков. Ну и все получается, только вот первую тренировку нам надо выполнить. Ну что же, выполнили мы это задание на Б. Но сейчас просто рассчитываем остальные, которые выполнили мы на А. Так, нашел всех, кого смог в регионе Германия. Что нам там уже прям вратарей находит? Нет, пока что еще нет. Значит, походу в Германии плоховато все с вратарями. Давайте второй состав потренируется, чтобы первый отдохнул. Так, да, все, отправляем второй состав мы на тренировку, меняем игроков. Так, ну и здесь получается только третью тренировку нам надо перепройти. Ну и супер, прошли задания на А, ну и остальные просто рассчитываем. Так, ну и все, на этом никаких больше сообщений мы не получили. А это значит, что... Ребят, всем спасибо большое за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. Ну а с вами был Андрей и канал Футбол. Это жизнь. До новых встреч, друзья. Всем до свидания.